Всем доброй ночи. Наш Лёвушка уже спать собирается. Уже позднее время, 11 час ночи, а мы еще не спим, да, скажи? А мы еще не спим, мы еще только покушали, выгулились. Теперь намываем. Намываем ножки, ручки, ушки. Что еще там они моют? Не будем дальше говорить. Все, балдеем. Вот такой вот Левушка, который ждет мамочку и папочку. Левушка у нас в продаже. Вот такой вот красивейший мальчишка золотого окраса. Все ждет своих родителей. Да. Сегодня кто-то писал по нему, спрашивал. Но к логическому завершению диалога как-то у нас не дошло. Так что Левушка еще с нами. Левушка Леонардо. Да, давай потихо. Давай потихо. Все вот сейчас начинают укладываться. Спать. Со мной еще Дарсу. Дарсу, да, я скажу. Вот она я, красавица. Я так люблю сниматься. Пришел погладь меня. Ты такой ревнивец. Ты такой ревнивец. Левушка вообще бы хорошо было бы идеально продать, где он будет один. В семью, где он будет единственной собакой. Он, конечно, с другими ладит, но он настолько вот привязан к человеку. Ему хочется посидеть на ручках, полежать рядышком, побегать хвостиком. Он везде за мной хвостиком бегает. Он, конечно, сам по себе тоже там делами занимается. Да, скажи, я же тоже деловой пацан. То игрушки жую, то погрызушки. Да, скажи, тоже есть свои дела житейские. О, чухай его, он балдеет. Все, прибалдел. Ну, так я не знаю, как он будет себя вести, если он будет... второй собакой или третьей собакой. У меня они ладят все отлично, хорошо. Но вот Левушка, он такой немножко ревнивый мальчик. Да, Дарс? Вот она девочка Дарсу, которая говорили, что она такая плохая собака, что она себя так плохо ведет. Не знаю, девчонка идеальная по характеру. Конечно, на поводке мы гулять вообще не очень любим. Приходится ее с подъезда выносить на руках, чтобы дальше нашла на поводке. Вот так вот поболтали. Все, всем желаем спокойной ночи, самых сладких снов и хорошего настроения. Да? Да, вот так вот. Вот такая вот у нас Дарс. Димка уже у нас заснул. Дима уже спит. А мы еще не спим. Все. Отключаемся. Всем желаем спокойной ночи. Вот такой вот мокрый нос. Да, в глаза светит. Да, верю. Все, пока-пока.